много таких рюмочных открывается в торцах жилых домов, без вторых входов, выходов и так далее. Там вокруг этих рюмочных посетители скапливаются, известные посетители, да, шумят под окнами, мусорят, мешают, в общем-то, нормально людям жить в своих жилых домах. Теперь чиновникам и полицейским опять вздыхаючи ходить по пунктам общественного питания, как скромно именуют себя распивочные, грозить штрафами и санкциями и оставаться, что называется, при своих. Хотя и сказал губернатор, что заведения нарушителей должны быть закрыты, но в реалиях это все пока не сейчас. От того, чтобы взять на себя ответственность, чиновники открещиваются руками и ногами. Хлопотно это. Может, сейчас что-то сдвинется с места. Также губернатор заявил, что плата за детсад с 1 сентября повышаться не будет. Тут основные опасения вызывает пункт федерального закона об образовании, который дает право муниципалитетам самим регулировать плату за пребывание ребенка в саду. Олег Ковалев заявил однозначно: «Хочу сказать, никакого повышения платы за пребывание ребенка в дошкольном учреждении с 1 сентября 2013 года не будет». И продолжил: «Мы никогда не пойдем на спонтанное повышение платы за детские сады».